Всем добрый день. Ежевика бжезина. Растет она у меня в теплице. Посажена была на постоянное место жительства в 20-х числах июля прошлого года. Ну, то есть перед вами куст, который растет один год. Сразу скажу, что сорт мне очень нравится и своей зимостойкостью, и урожайностью, и размером ягод. В этом году было сигнальное плодоношение, но ягод было очень много. Сорт ранний. Вот этот куст, который перед вами, я неделю назад очень жестко постриг. Часть побегов, которые поставил верхушки на укоренение. Вот. Вот так выглядит ряд ежевики бжезина.